Привет, меня зовут Александр Воеводин. Это рубрика «Без меню», в которой я отвечаю на вопросы наших подписчиков на YouTube-канале и Facebook и делюсь советами по открытию и успешному развитию своего бизнеса – кафе, бара, ресторана или кофейни. Бизнес со 100% гарантией прибыли. Миф или реальность? В центральный офис нашей сети кофеин поступает сотни заявок, и каждый день мы сталкиваемся с вопросами, которые изо дня в день повторяются. А сколько я заработаю? А вы точно гарантируете, что я заработаю столько? А вы даете гарантию того, что я буду именно прибыльным? А вы даете гарантию, что я не разорюсь? А вообще вы даете 100% гарантию? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобрать, что такое гарантия, что такое 100% гарантия. 100% гарантия – это когда наступает событие, и ничто не может вообще повлиять на то, что это произойдет. Например, 100% гарантии – это то, что после зимы следует весна. Но в жизни точно так же существуют вещи, в которых стопудово не может быть 100% гарантии. Например, если необходимо приходить на 100% на 9 часов утра на работу, это не гарантия того, что сотрудник действительно будет каждый день приходить на 9 часов. Даже если он самый порядочный, самый честный, самый в мире, все равно он может заболеть, у него могут быть более важные какие-то причины состояться. То же самое и в бизнесе. То есть модели 100% гарантии на сегодняшний день в бизнесе не существует. Кто-то крикнет: ну как же не существует? А вот мне обещали, вот мне говорили. Ну давайте разберем. Возьмем, например, банки. Вот банки 100% дают гарантию. Вот я положил уже неоднократно и получил определенный депозит. Но мы также знаем с вами в истории, что банки точно так же разоряются, банки точно так же могут не выплачивать сумму. То же самое в бизнесе, например, во франчайзинге, которым мы занимаемся. А мы продаем модель бизнеса, и человек спрашивает: а какая у вас гарантия? Вот 100% гарантия есть, вы точно гарантируете, что будет прибыль? Не может дать эту 100% гарантию ни одна компания в мире, я говорю это с уверенностью, до 100%. Почему? Потому что этим бизнесом, после того, как открывается объект, например, у нас кофейня, будет уже заниматься сам предприниматель. И уже от его действий будет зависеть, а выполняется технология вообще франшизы или не выполняется. Очень-очень много причин влияет на то, насколько будет прибыльный бизнес, будет ли он прибыльный вообще с этим именно предпринимателем. Итак, я думаю, мы убедились, что 100% гарантии в бизнесе не существует, это миф. А как же, каким образом поступать? Именно такой фактор, как риск, нивелирует 100% гарантию, но именно он помогает нам определить, каким образом выбирать для себя, например, бизнес, например, франчайзинг. Все, что нам нужно сделать, чтобы риски были ниже 50% и, соответственно, были как можно меньше. Как же можем мы их понять? Есть такие понятия, как статистика и вероятность. Именно на эти факторы необходимо обращать внимание, потому что это реальный опыт работы заведения, потому что это реальные знания, реальные факты произошедших событий. Стоит лишь посмотреть, каким образом на сегодня уже работает каждое заведение сети и какие у них финансовые показатели, как они работают, сколько денег они вложили и так далее. То есть это зачастую, ну, по крайней мере, в нашем случае, это открытая информация. Очень легко до принятия решения, сотрудничать или нет, вы можете с этим ознакомиться. И вероятность говорит о том, что если большинство объектов, если подавляющее большинство объектов прибыльны, что в нашем случае так и происходит, есть большая вероятность того, что у вас будет именно так. Поэтому при выборе бизнеса остается всего три показателя, на которые вы можете обратить внимание. Первое – это обратить на красивые афиши, то есть обман. Не проверять, ничего не делать, просто красиво звучит, люди говорят, что гарантируют. И потом тысячу лет жаловаться на них, потому что эти гарантии, скорее всего, если они очень красочные, не выполнятся. А второе – не предпринимать ничего. Тоже либо не открывать вообще бизнес, или открывать бизнес, ничего не анализируя и не реагируя ни на что. И третье – обратиться на опыт. То есть это посмотреть конкретно на факты, которые были до этого. Данный подход позволил очень многим людям обогатиться. Используйте успешный опыт действующих компаний и будьте успешны сами. Кстати, в нашей компании нам все же удалось внедрить систему 100% гарантии, но почему эта 100% гарантия является правдой, почему в нашем случае мы нашли способ это реализовать, я расскажу уже в следующих роликах. Если у вас есть вопросы по бизнесу, пишите обязательно их ниже в комментариях. И тогда, возможно, в следующий раз я отвечу именно на ваш вопрос. Если информация была полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующем ролике.